В 9 утра прозвучало сообщение о пожаре. Спасатели быстро экипировались и выехали к месту происшествия. Правда, путь оказался совсем близкий. По легенде учений, огонь вспыхнул в бане-сауне пожарно-спасательной части из-за неисправности электронагревателя. Условный огонь уже бушевал в помещении и грозил перекинуться на спортзал. Спасатели быстро сориентировались, развернули пожарные рукава и, надев дыхательные аппараты, вошли в здание. Буквально через несколько минут поступило сообщение о локализации, то есть распространение огня было остановлено. Еще через несколько секунд о полном устранении очага возгорания. По итогам учений со всеми поставленными задачами огнеборцы справились и получили оценку «хорошо».